Модернизация системы здравоохранения – одно из ключевых направлений при формировании комплексной программы социально-экономического развития Ярославской области. Разработка новой стратегии ведется по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Миронова. Задача – повысить качество жизни населения. При этом основными болевыми точками в системе здравоохранения, по мнению главы региона, являются в том числе очереди на запись к специалистам и дефицит медицинских кадров. Нуждаются в переменах и поликлиники области. Та ситуация, которая существует на данный момент, она идет вразрез тому, что необходимо нам делать на перспективу. Это большие очереди, и зайти страшно даже в эти медицинские учреждения. Необходимо нам проанализировать ситуацию во всех поликлиниках области. И по результатам проведенной работы попрошу в срок до 28 марта мне доложить.